Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня коротенькое видео о новинке, такой ПВХ-сумке от компании Elegance для садка, для головы. После рыбалки мокрый садок, мокрая голова, возможно, где-то осталась рыбья слизь, все это пахнет, и вам нужно это дело не сушить долго на берегу, а перевести достаточно быстро. Вот такая вот сумочка, непромокаемая. Полностью запаянное дно из синтетического ПВХ материала, лямочки для переноски в руках и, соответственно, плечевой ремешочек, который регулируется по длине. Две молнии надежные, ширина 14, длина 60, высота 50. Вот специально дайвовский садочек. Сюда вам кладу. Сюда же вмещается и голова лесочная. То есть все упаковали. Молния изумительно ходит. Смотрите, как легко. Ничего не заедает, как во многих, скажем так, такого плана сумках. Поэтому, смотрите, просто отличная сумочка. Все туда закинул. И, в общем-то, забыл и про запах, и про все остальное. Крайне важный момент – это цена. То есть, это максимально бюджетные сумки, при этом очень хорошего качества. Как я люблю говорить, стоят своих денег. Заказывайте в Multifish, и до новых встреч!